Всем пламенный привет из холодной Чукотки. Сегодня ночью мы выезжаем в Красноармейск. Едем двумя машинами, 8 человек, там и фотографы, и опытные водители. Ну, в общем, ждет нас дальняя дорога, очень интересная, очень веселая. И, соответственно, что надо сделать обязательно перед поездкой? Это простыть. В общем, это я прекрасно выполнил задание. И все, видео, скорее всего, будут на фоне там шмыгать и хрипеть. Сразу извиняюсь за это, но в любом случае должно быть интересно и увлекательно, потому что туда добраться не так уж и просто. Вот. Что-то еще, какие-то напутственные слова у меня закончились. Как обычно, погода нас не радует, вот можете посмотреть. Там позади меня, по идее, вы видели. А, ну, в принципе, и там видно, что у нас туман, дождь, простуда. Вот, ладно, посмотрим, как все это будет. Я чувствую, что будет классно. А это бульдозер еще. Да, супер, что развивает, да? Угу. Раньше она вот текла, узенькая такая. А фиш пролез тут, да, тоже как-то. Это вот об этом месте речь, что нет, скоро? Нет, нет. Там дальше сейчас пойти. По пути в Красноармейск. Вот, есть такая стела памяти. Вот. Так, немножко поднимусь, чтобы было видно. Полторацкая Александра Федоровна, заслуженный ветеринарный врач. Камушек вернуть на место. Некрасиво так. Покажи гриб всем. Грибочек. Белый гриб. Просто вышел в поле и нашел сразу. Легко. Вообще. Вот так вот туда. Красота, конечно. Грибы отсюда, да? А мы тут уже все. А мы тут-то где-то. Сели. Ладно, помчали. Ну, мы практически добираемся уже до Красноармейского. Поселка Красноармейский или город Красноармейский. Сейчас вот как раз таки прочитаем, как правильно называется, чтобы я... Дальше. Красноармейский. На въезде такой красный памятник стоит. Так что скоро будет уже на точке. Мы прохладненько. Трудно немного идти, потому что двигали дальше. Собственно, через какие мы трудности проходим за это время, пока двигаемся в сторону Красноармейского.
представьте, да? Дороги скоро вообще не будет. Ну, хотя можно вон по реке, наверное. Наши проехали по мосту. Вот. Вообще класс, класс. Так, ладно. Серега как-то сложно проехал, ты спокойно. Вообще налегке. Че у меня там лагерь разбил уже? Что я не понял? Подъезжаем к Красноармейску, вон позади меня его можно видеть. По речке, очень долго и нудно, но доехали. Не надо на меня! Они уже хотят прицеливаться, меня хотят убить. Это будет снято на камеру! А он НЛО зависло, вон, видите? Ага. Вообще дикая местность, смотрите. Красноармейский. Вот и приехали. Это здание администрации, кстати, куда я сейчас смотрю, Женя рассказал. А это гидромедцентр, да, был? Ефим, отходите, ребят, мы сейчас вот сюда на площадочку заедем. Там. Здесь будет база, а вы там... Отлично, отлично. Мы за вами? Пойдем. Все, отлично. Озеро 1, озеро 2, озеро 3. Причем целенаправленно мы лагерем собирались. Лагерь назывался здесь Льдинка. Мы оттуда мыльные пузыри со второго этажа спускались с лестницы. Они летели прямо вот так до спортзала. Не мудрено, но тут под наклоном, да, все тоже, как и да, у нас да. В городе. Это администрация, да, вот этот да, вот. Ты сам уже вот. Да, я уже сказал. Тут... Вот там котельная была. Котельная. Да, ну, более-менее. Вот есть. Это, которое здание, вот где навалы вот эти вот. Вот, да, вот вижу здание такое. Все, понял. Так, что тут еще видно? Вот эту пятиэтажку, я так понял, так и не достроили, да? Делали, хотели жизнь новую сделать, да? Здесь строители были дома, 5 домов сгорело. А это вот, который... А, вот мы на пепелище, да, сейчас находимся, то, что сгорело. Это ДК, да, она. А, я сразу не заметил. Вот, вот про что и говорят, да, все, что горело? Да. А эти здания просто жилые были, вот эти вот белые, которые мы смотрим? Все жилые. Нет, я имею в виду просто для людей, да? То есть никакие административные центры, ничего? Это общежитие было раньше. Вот там магазин, вот видишь, вывеска зеленая, хлебный магазин. А, да-да-да. Я раньше жил там, на Ленина. Ага. На Ленина. Ленина 18, квартира 6. Вот. Сейчас уже... Вот детский сад остался еще стоять. Это вот с гаражиком вот этот? Да, вот такие большие стекла. Все, я понял. Я с удовольствием зайду. А на сопке вот это вот что, вот видишь там вот наверху? Строение? Да. Раньше работы велись везде. На сопках там. И здесь вот я вот там. Постоянно лазера работали, техника всякая. Здесь много чего было, добывали, работали. Здорово, будет в восторге. И... Отлично. Так, тут мы что видим, Жень, расскажи. Отсюда. Здесь
Угу. Я не помню, как улица называлась. То ли Мандрикова, то ли как. Да, вот вот дом, там одноклассница у меня жила, Ира Титова. Помню, мы с ней постоянно в школу шли. Ага. А вот эти дома, что это? Ну, тут идет. Просто жилые, даже магазин. Да, везде жили. Мы в гостях были чуть ли не в каждом доме, потому что у всех одноклассники ходили друг к другу. Mm. И на Гагарку ходили, там люди жили. Людей было очень много, очень много. Представляешь, участок дома там, и выращивали, и коровник. Ну, вообще, я смотрю, это же не поселок, это он больше Певека, да? Я вот по ощущениям как-то он... По масштабам, наверное. Да. По масштабам. Добывали олово, и что еще? Чего олово здесь? То есть все насчет, ну, за счет этого и жили, собственно, да? Да, да. Фу, прямо на меня летят. Пугаются, конечно, страшно. Дикое все. Вот эта вот вышка, что это такое? Что это там было? Жень? Я не помню, там, я помню. Видишь вышку вот эту? Я видел четырехэтажную, куда я уже сам забирался. У строителей номер 9. Может, водонасосная, я не знаю. Это не остатки от ГУЛАГов там? Нет. Это уже строя. Если ты вот туда вот будешь снимать, ага. Кладбище. А, вот это кладбище, вот да? Вот это кладбище зэков. Ага. Оно осталось от ГУЛАГа. А-а-а. Можно туда сгонять? Ну, посмотрим. Нет, это не кладбище зэков, это вообще поселковое кладбище. А, там просто там все? Есть. Там, да, там люди, там вот у моего друга мама похоронена, то есть это как бы просто поселковое кладбище. Оно за строителей 9 всегда, ну как бы. Ну из... Ну в том числе там все, я так понял, да? А с ГУЛАГа кости, они вот под ногами, весь поселок построен на костях. Это да. А строители и гуляют там. Пойдемте по улице Полярная далее. А куда мы идем? По улице Полярная. Не, это понятно, а куда? К какой точке? Так, ну мы нашли дом, который тебе нужен был. Нашли озеро, где он начинается год. А, вот это озеро. А вот это, собственно, это озеро. Вот тут вот по этому озеру плавал большой такой пенопласт. Здесь, наверное, уголь просеял. Да. А, вот, я в армии этим занимался. Хорошая штука. В общем, дорогие зрители, пока мы гуляем с ребятами, часто находим экскременты и фекалии медведя. Поэтому мы решили свернуть обратно, вглубь не заходить, чтобы не нарваться на приключения, которые повлекут за собой особо тяжкие телесные повреждения. Вот. Возвращаемся. Сейчас пойдем к садику, да, Жень? Да, садик. Сейчас снова скажу, это мы проходим стадион, вот он, как бы его вида очертания по брусьям и... Собственно, очень похож на наш стадион Певекский. То есть, наверное, да? Похож? Или мне кажется? Похож. Так. А теперь ты говорил... Площадь. Площадь, да. Видео. Вот магазин. Это сгорело. Здесь был магазин. Вот магазин второй. Овощной. И все люди на демонстрацию шли шарами на палочке. Что на шарах было изображено? Какого цвета? Разные, ну как правило, красные. 1 мая, День труда. Мир май.
Вот это вот... Не, вот этот магазин, вот это магазин, вот это что-то, я не помню. Там ДК, дом быта это, по-моему. Да, дом быта. Или вот тут. Вот там гаражи пожарки. Там отец работал. Когда еще пожарка бывает, МВД. Ага. Ага, ага, ага. Вот тут вот все собирались на демонстрацию здесь. А, я тут думал, будет стелла какая-нибудь, как у нас, или там какая-нибудь. Ну, здесь стояла, вот, да? Вот, гастроном. Вот здесь мы ходили по талонам, получается. А? И замуровали зачем-то, видимо, центральный вход или что это было? Да, я помню, здесь были вывески, как разделывать. Оленя? Нет, почему? Да там свинины, там. А, все вообще. Как называется, как? Опять вездесущие счеты. Они преследуют. Возможно. Намекая на мое предназначение. Вот. Букет всем подписчикам и гостям группы, и всем вообще людям. Классно. Джин. Вообще кайф. А, пошли странно. Еще. Нет. В общем, вот мы и побывали в славном поселке Красноармейский. Отсняли все, что можно, по крайней мере, все, что у нас получилось. Он действительно очень большой, поэтому, ну, все охватить невозможно. Сюда надо ехать прям действительно еще более, как сказать, больше экспедиции. То есть больше народу, больше камер, больше всего. В общем, поснимали все, что могли. Буду выкладывать, наверное, кусками или там, я не знаю, эпизодами. Или может сразу одним, в общем, посмотрим, как это буду делать. Это место оставило след в моем сердце, я думаю, как у многих людей. И это здорово, это классно. На самом деле, спасибо большое ребятам, которые с нами поехали. Ивану, который организовал эту экспедицию. И вообще всем, кто принимал участие. Это очень здорово, очень клево. И я в восторге. Спасибо большое, честно. Малек застряли, машинка одна грустная теперь стоит, одна рабочая осталась. В общем, полный комплект. Никита все снимает тоже. Команда не боится ни препятствий, ни трудностей. Продолжает идти вперед. Нас ждет дом. Дома ждут родные и близкие. Поэтому мы не теряем надежду. Идем вперед смело и уверенными шагами. Хорош! Нормально? Играющий капюшон. Музыкальный капюшон.
Я только какахин вижу и все. Мы, короче, просто грибы не можем собирать, но ягоду походим и пожрем маленечко. Великолепный улов. Ну, это неплохо, я только ягоды поел. Ну, в принципе, дальше еще немножко проехать, и мы выйдем на нормальную дорогу более-менее. Денис, мы доберемся до дома? Я думаю, да. Думаю, дома нас ждут. В этом я не уверен. Капец, комарья вообще, вау. Они просто унесут тебя сейчас в космос. Монстр? Солнце просыпается. Мимо белого медведя, где Редхелм немного прилег отдохнуть, Николай там встречает рассветы и освещает нам путь. Тащит катер полную раму, значит, удача улыбается. Сияет солнце, город просыпается. Чукотское солнце, что светит ярко в этих лицах, в этих голосах. Чукотское солнце, что светит ярко в этих окнах, в этих сердцах.